Так, сюда теперь. Нет, не угадали. Ладно, попробуем прогуляться сюда. Что у нас здесь? Так, куда это мы вышли? Никуда это мы не вышли, да? Там мы вышли обратно. Будешь делать, блин. Так, какая там по счету попытка? Так, не, ну я понимаю, наверх я залез. Все хорошо. А дальше? Дальше куда? Нет, все-таки я думаю, где-то здесь проход. Только вот где? Так, вон я вижу какой-то проход. Все-таки мы залезем сюда. Теперь сюда и теперь сюда. Дальше сюда. Так, блин, да что ж такое? Нет. Нет, нет и нет. Так, здесь я внизу был, здесь я тоже был. Так, danger. Danger и наверх стрелка. Так, а если попробовать спрыгнуть вот в эту комнату? Отсюда. Ага, так, раз. Два. Получи стулом. Теперь сюда. Все, по-моему, мы нашли. Мы нашли дорогу. Блин, да что ты будешь делать? Заразы. Так, отец Григорий там уже развлекается по полной программе. Так, нет, здесь мы тоже были. Так, ребят, ну немножечко я застрял в этом Ревенхольме, вы уж меня простите. Сейчас, сейчас все будет, все. Так, лезем наверх и проходим туда. Так, аптечки у нас. Здоровье у нас полное. Блин. Что ж мне так не везет сегодня? Так, сюда, теперь сюда. Так, не спешим. Сюда, сюда. Патроны. Сюда. Брат мой, ты не в той части города. Разве я не говорил искать церковь? Стань на путь истины, пока не поздно. Понятно. Так, постараемся подольше сохранить вот эту пилу. Да, сохранили подольше. Ладно.
Последний патрон. Надо было сразу вот так сделать. Конечно, я могу ошибаться, но, по-моему, вот как раз в Ревенхольме зомбаки респавнятся до плюс бесконечности. Поэтому тупо бегать и гасить нет смысла. Они постоянно будут возобновляться. Ну, конечно, я могу ошибаться. Ага, так. Ребят, да сколько вы здесь, а? Ну, честное слово, но я уже устал. Где моя волшебная пила? Получи шкафом по башке. Так, нам вниз или нам сюда? Так, все. Оманились. Так, тут ничего у нас нет. Ни аптечек, ничего, да? Так, давайте спустимся в подвал, глянем, что у нас там. Там, скорее всего, будет оружие. Вернее, патроны. Да успокойся ты. Так, ага, вот она, пила наша. Сразу двоих. Так, а, здесь мы... Да, здесь мы, по-моему, были. Так, идем назад. Потому что, по-моему, отсюда мы пришли. Стали уже эти быстрые зомби. Так. Ну и куда нам? Я так полагаю, сюда, да? Так, у нас 16 патронов осталось. Так, вот она, церковь. Отец Григорий говорил, нужно добраться до церкви. Ну да, добрались мы, чё. Так, нет, туда хода нет. Стой, стой, не отходи, не отходи, не отходи. На тебя, зараза, на. Вот достал, ты посмотри. Да когда ж ты успокоишься, а? Слава богу. Все здоровье у меня почти отнял. Так, патронов у меня нет. А тут еще эти быстрые зомбаки. Так, сразу закрываем дверь. О, отлично. Патроны для магнума. Ага, ну и что вы мне сделаете, ребята? Что вы мне сделаете? Еще патроны для магнума. Так, а здесь? Ха, здесь тупик. Нужно возвращаться. Ну, по крайней мере, сейчас мы уже с оружием.
скотина. Так, здесь... Ага, я думаю, нам сюда. Так, что у нас тут? Так, ребят, ну я пришел туда... В принципе, туда, куда я пришел. Туда, откуда я пришел. Блин. А куда ж идти? Где ты там кричишь? Так, а идти, скорее всего, сюда, да? Только как сюда перепрыгнуть? Ладно, давайте еще раз залезем наверх. Может быть, с разбегу? Дверь закрыть дверь. Так, раз. Так, здесь нет. Дальше сюда. Теперь... А, ну вот, да, все правильно. Правильно мы идем. Нет, подождите, ну я же здесь был. Господи, да что ж такое? Так, нам нужно в церковь. Нам нужно попасть в церковь. Как туда попасть? Я уже немножко даже устал. Тут дверь закрыта. А если вот так попробовать? Нет, ничего не получится. Ну вот, ей-богу, нам надо вот как-то туда или пролезть, или я не знаю. Здесь пролезть, на крайний случай. Так, ладно, еще раз. Вот он пищит. Так, ладно, еще раз залезем на крышу, так и быть. Другого варианта нет. Так, здесь точно никакого прохода нет. Так, здесь мы подобрали... Вот оно, господи, боже мой. Нет, все-таки мне надо более внимательно смотреть. А, вот и ты! Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Терпение, брат мой. Дед. Как он заикается, бедный. Хотя это не он заикается, а мой компьютер. Мой старый древний компьютер. Какие пейзажи, а? Хоть снимай скриншоты и ставь на рабочий стол. Чё такая атмосфера, я не знаю. Так, это уже не смешно. Medical attention. У меня 1%. Так, ребят, делайте ставки. Выживу, не выживу. Отец Григорий, давай быстрей. Так, лезет, 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 зараза. Не выжил. Так, еще одна попытка. Так, нам надо продержаться, пока едет эта тележка, да?
Так, ну по какой трубе? Ага, вон лезет. Так, теперь здесь. Так, ага, еще один. Так, еще один, да ты посмотри. Да давай быстрее, а то у меня сейчас патроны закончатся. Ага, еще один лезет. Все, пока. Да, Ревенхольм, конечно, на харде это немножко напряженная ситуация. Ну, ничего. Пока справляемся. Приветствую тебя, брат. Наконец-то мы встретились. Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени, а теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. А что для меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Следуй за мной, брат, и ступай легче. Ибо это священная земля. Все-таки, ребят, когда увидишь вот такой вот стол с патронами, с аптечками, да, когда ты просто на нуле, это реально как глоток свежего воздуха. Сразу такое моральное облегчение. Так, ну что, отец Григорий, куда дальше? Сюда? Куда? Сюда. Ну чё ты стоишь? Ну и ладно. Обалдеть. Это как вообще? Вы это видели? Он что, фантом, что ли? Ладно, ребят, это особенность мода, я думаю. Не будем слишком принимать близко к сердцу. Так, идем дальше. Так, опять он исчез. А, не, вот он. Так, отец Григорий, тебе все карты в руки, я не буду тратить патроны. Мне все-таки придется. Так, ребят, сколько вас тут? Да с пилой можно и не в голову. Покойся, дитя мое. Так, еще пила. Ребят, сразу четверых. Нормально? На одной линии. Господи, сколько вас, а? Идите же. Да, отец Григорий, тяжело тебе здесь живется. Со всем твоим стадом. Ух.
Господи, да сколько вас здесь? Будьте прокляты, дитя! Так, я надеюсь, это пламя погаснет. Вот эти быстрые хэдкрабы, они самые дотошные. Их сложнее всего убить, они так бегают. Осторожно, брат. Ой-ой-ой. Так, не, все-таки в этом моменте мне не везет. Надо подальше отойти от этих бочек всех. Пусть он там все взорвет. Так, все, да? И вот это еще. Так, ага, вон он еще. Освободись, дитя! Так, сейчас попробуем кирпичом. Так, есть. Будь ты проклято, дитя! Какое выражение? Будь ты проклято, дитя! Где моя пила? Так, ну сколько вас тут? Да, дети мои, это я. Так, все потерял. Ладно, отец Григорий, давай. Иди быстрее. А куда, куда, куда? А, сюда. Прощай, брат. Боюсь, что отправляю тебя в темное место. Да осветит твой путь светлейший свет. Спаси же свою душу. Ладно, оставим отца Григория с его стадом. Пойдем дальше. Ну что ж, вот и все. Ревенхольм позади. А мы направляемся дальше. Все-таки какие эмоции, а? Даже здесь слышен его смех. Так, спокойно.
Так, вот эти вот... Надо сейчас отстрелять по максимуму вот этих хедкрабов. Быстрых, потому что они меня достанут. У нас только магнум остался, да? Так. Куда нам идти? Посмотри, зараза какой. Иди сюда. Все-таки быстрые хедкрабы, они быстрее убиваются монтировкой, чем оружием. Бочки, вот чем опасны, их когда кидаешь, надо смотреть, чтобы никаких преград не было на пути, потому что в первую очередь ты тогда себя убьешь. Блин, хотел взять, не тут-то было. Ага, барнакл, да? Ждет, кто б всплыл. Ладно. Попробуем. Так, мы его, значит, стреляем и падаем прям вот сюда. Так, есть. Спокойно стоим. Так, а, нет, все-таки нам надо не сюда, поэтому прыгаем назад. Так, сюда мы, по-моему, прыгнули, да? Значит, нам, видимо, да, видимо, сюда. Так, о, вот это вот интересный момент. Здесь надо очень быстро пробегать и прятаться. Нет, сейчас пока вернемся назад. И прятаться вот в эти карманы, которые будут по бокам. Потому что если немножко зазеваться, то нас просто разрежет на кусочки, так же, как и вот этих зомбарей. Так, спокойно. Ну вот и все.
ну вот он выход, понятно.